каждого гения бывает свой день. Сегодня твой стоишь, как пень-пень. Да здравствуй, гений, привет, гений. Да здравствует мир твоих творений. Лучшие традиции порой забываются, лучше под теплый душ. Там раскаюсь я, он сделал это, и прям потрясающе тянет на Нобелевскую вызывающе. Ой, маловероятно, но не исключено. Гений разбил тарелку, правда, давно. Значит, он не совсем внимателен, неосторожен, ненаблюдателен. Он не нервничает, он расслаблен, подготовлен к важному, он наглажен. Он гений, и сегодня рождение день. А он работает как пень, как тень. А он работает в день рождения, как пень. О! Он работает, отдыхает. Он счастлив, когда работает. Он не привык сидеть, ничего не делать. Для него мука без работы. Разучился расслабляться совсем. Вот это пень, вот это пень.